Есть люди, которые получают свою профессию в профессиональном техническом училище. Мы никогда там не были, но есть мнение, что там учатся именно такие персонажи. Итак, представьте себе кулинарный техникум. А после выпускного ты нашла другого, ты нашла другого. После выпускного... Здорово. Привет. Чё на технологии резки овощей не была? Да я историю свеклы пересдавала. Короче, это, уроков этики не будет. Учитель антифризом траванулся. Сегодня не будет? Всегда не будет. Ну, слушай, у тебя как дела? Как с твоим? Ребеночка не планируете? Да мы решили пока для себя что-то пожить. Ну, ты давай с этим не тяни, тебе же скоро 17 стукнет. Ну, да. Слушай, а ты еще не думала, ну, если что, в какую тюрьму пойдешь? Ну, мама советует в шестую идти. Почему? Ну, во-первых, рядом с домом, а во-вторых, я все-таки там родилась.